закончилась наша отличная рыбалка. Ловили мы сегодня удилищами слендер от Nordstream Area. Опробовали их все. И, в общем-то, удовольствие и позитива получено море. Что я могу сказать про эту серию? Серия весьма бюджетна, но это никак не влияет на ее качество, в чем мы сегодня убедились. 6 удилищ, соответственно, в ростовке 632, 662 и 682. Причем каждый рост представлен в двух вариантах исполнения. Более высокого теста и несколько пониже. Соответственно, более лайтовые варианты, они идеально подходят под прудовую ловлю той же форели, под мормышинг, ну и под совсем легкие миниатюрные приманки. Тогда как их более старшие собратья, как мы сегодня опять же убедились, прекрасно ловят на стриме. То есть более крупные приманки, воблеры, блесны, это их стихии, и тут все хорошо. И напоследок я хочу еще раз подчеркнуть, что данная серия весьма бюджетна, ее розничная цена примерно в районе 2500 рублей. Но еще раз подчеркну, удилища действительно очень приятные, сбалансированные, нарядные. И, в общем-то, несмотря на эту цену, они, уверен, доставят массу удовольствия тем их счастливым обладателям. По крайней мере, мы сегодня удовольствие это получили в избытке.